Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Предпоследняя неделя уходящего года с астрологической точки зрения обещает быть неоднозначной. Счастливые шансы и возможности нужно будет успеть разглядеть и вовремя ими воспользоваться. Какие сюрпризы подготовили звезды для всех представителей знаков зодиака, расскажем прямо сейчас. Овнам на этой неделе важно отстаивать свои границы, не ущемляя границы других. В решении профессиональных вопросов вам помогут Козероги и Водолеи. Смело обращайтесь к ним за советами и поддержкой. Романтическая сторона жизни порадует Овнов новыми знакомствами, встречами, подарками и знаками внимания. Тельцы проведут достаточно спокойную неделю. Главной проблемой может стать рассеянность, которая немного подпортит планомерное движение и стабильность. Профессиональная сфера обещает порадовать новыми проектами и материальным вознаграждением. Что касается личных отношений и романтики, то тут никаких глобальных перемен. Семейные представители знака будут поглощены делами партнеров, детей и родственников. А те, кто еще в поиске своей второй половинки, отдадут предпочтение общению с друзьями, немного игнорируя знаки внимания со стороны поклонников. В ближайшие несколько дней близнецы смогут успешно проявить себя в профессиональной сфере. Представители знака получат от судьбы карт-бланш. Это поможет добиться высоких показателей на работе и значительно улучшить финансовое положение. Наиболее благоприятными окажутся командировки и встречи в первой половине недели. Раки почти всю неделю будут заняты рутинными делами. Поездки лучше отложить на следующую неделю. Это также касается встреч с друзьями, близкими людьми и родственниками. Львы будут заняты завершением дел, накопившихся за год. Внимание потребуют испорченные отношения с близкими людьми или конфликты с коллегами по работе. Представителям знака необходимо во второй половине декабря быть в гармоничном окружении без претензий и обид. Только при таких обстоятельствах появится шанс реализовать свои планы и надежды в наступающем году наилучшим образом. Львам-родителям стоит внимательнее отнестись к делам и проблемам детей, уделив особое внимание не только учебе, но и увлечениям, интересам и раскрытию способностей. У Дев намечается активный период, когда придется успевать везде. Работа потребует больших усилий, быстрой реакции и нестандартных решений. Финансовая сфера будет зависеть не только от работоспособности и ответственности, но и от умения проявить некоторый артистизм, юмор и обаяние. На этой неделе Девы могут начать виртуальное общение с новыми поклонниками, которое быстро перейдет в реальную жизнь. Вселенная на этой неделе благоволит Весам. Вы как никогда почувствуете ее поддержку. Умело пользуйтесь этой энергией как для решения важных дел, так и для рутинных моментов. Смелость и решительность станут залогом вашего счастья на этой неделе. Не бойтесь рисковать и проявлять инициативу. Скорпионам звезды указывают на то, что в ближайшие 7 дней очень хорошо браться за что-то новое, общаться с незнакомыми людьми, посещать места, где бывать раньше не приходилось. Для стрельцов наступает время действий. Концентрация личных планет Солнца, Марса и Меркурия зашкаливает, что дает вам большие перспективы для резкого рывка вперед. Если вы планировали какую-то деятельность, лучшее время завершить ее до начала нового года. Обстоятельства позволяют вам реализовать задуманное. У Козерогов получится наладить взаимоотношения с нужными людьми. Возможно, вам предложат высокооплачиваемую должность. Период для вас будет наполнен отличным настроением, мотивируя действовать более энергично. На этой неделе Водолеи будут видеть необычные сны, погружающие в прошлое или встречаться с людьми, с которыми ранее что-то связывало. В профессиональной сфере ваши новые идеи поддержат коллеги, но все задуманное пока лучше держать в секрете от конкурентов.
Рыбам астрологи советуют: тратьте деньги на свои желания, покупайте подарки, воплощайте сами свои мечты в реальность. Особенно в это волшебное предновогоднее время. Помните, ваша судьба в ваших руках. Действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!